Недавно у нас в ассортименте появилась очень необычная новинка. И сегодня я хочу рассказать о ней подробнее. Для вас это может быть новинка, а с этим видом пластырей я знакома уже очень много лет. Это пластыри, которые клеются на стопы ног. Это вот такие вот подушечки. К ним идут в наборе вот такие вот пластыри, как клеевая основа. Вот этот вот пластырь бумажной стороной приклеивается к клейкой стороне. И вот эта вот конструкция, то есть вот так вот снимается бумажка. Здесь разрывается пакетик, освобождается от пакетика пластырь. Бумажная сторона клеится на клейку основу. И это вот так вот приклеивается на пятки. Зачем? Спросят некоторые товарищи. Изначально это было придумано для того, чтобы через стопы ног во время сна выводить шлаки, токсины, тяжелые металлы и прочие вещи. Как это работает, я на самом деле не могу объяснить, но то, что это работает, это факт. Но на самом деле я эти пластыри использую немножко по-другому. Кроме использования прямым способом наклеивания на стопы, эти пластыри также можно использовать для лечения ушибов, для лечения фурункулов, для лечения воспалений. Они очень хорошо это все убирают и устраняются. Да, также они устраняют отечность. Если пройти их курсом, клеить их каждый день на стопы ног, то через 2-3 недели вы ощутите, вы поймете, что вы лучше спите, что у вас появилась какая-то легкость, какая-то бодрость. Если использовать регулярно, то могут пройти кожные высыпания. На самом деле, эта вещь использована мной уже не один раз, я на самом деле очень люблю эти пластыри. С этими пластырами первый раз я познакомилась лет 15 назад. Это была компания Delta Trade, которая пришла в Россию с японскими пластырями, которые называли соки деревьев. Я какое-то время работала в этой компании, потом после одной не очень красивой ситуации со стороны лидеров я ушла вместе со всей структурой. Вот. Но несмотря на то, что я ушла, я осталась пользователем этих пластырей. И когда мы путешествовали по Юго-Восточной Азии, я нашла эти пластыри в разных странах. Я пробовала разные аналоги, я заказывала из Китая кучу разных видов, от самых дешевых до самых дорогих, и многие из них, они не обладают тем эффектом, которого я от них ожидала. Я видела эти пластыри в Чайнатауне в Сингапуре, я видела эти пластыри в Таиланде, но длительное время здесь были пластыри Кеноки, и вот, ну не хочу ничего наговаривать, они пахли не так, как те пластыри, с которыми я работаю в компании Delta Trade. И я искала вот аналог тех пластырей, который вот пах именно уксусом угля бамбука. И вот те пластыри, которые я покупала в Сингапуре, если пройти на русские деньги, это было где-то 2000 рублей за коробочку из 20 пластырей. Я покупала эти пластыри, потому что, не потому что я верила в то, что они вытаскивают что-то из стоп, да, хотя приклеиваешь эти пластыри на ноги, утром просыпаешься и видишь, как там выходит слизь, бывает очень неприятного цвета, причем очень неприятного запаха, запах и цвет он отличается, не всегда одинаковый. Эффект, результат, который я видела у людей еще тогда, 15 лет назад, это там у женщины была онкология, онкология груди, и она прикладывала эти пластыри к груди каждую ночь, и после этого у нее опухоль уменьшилась, и вместе с химиотерапией она смогла уйти от рака груди. Я видела эту женщину своими глазами, я слышала ее историю с первых уст, я не знаю, насколько она правдива, но похоже на то, что это была правда. А сама же этими пластырями я убираю, если появляются какие-то воспаления. То есть они очень здорово убирают воспаление. Также эти пластыри, они мне здорово выручали после кесарева. То есть после кесарева у меня пошло воспаление вокруг шва. И причем ни антибиотики, ни прочие вещи, которые мне кололи, они мне не помогали, потому что у меня непереносимость химических медикаментов, у меня идет отторжение этого всего. То есть если в меня что-то такое влезет, мне становится очень плохо. И где-то полгода я прикладываю эти пластыри ко шву, и, ну, не каждый день, там как раз мы чередовали, мы заказывали, нашли, как бы заказать в Сингапуре эти пластыри, они приходили в Сингапур, из Сингапура в Таиланд. И вот эти пластыри, вот если у меня начинались сильные боли, я прикладывала ко шву, и буквально через пару часов эти боли проходили.
Когда я приклеиваю эти пластыри на стопы ног, я прям ощущаю, как будто у меня по ногам идет такие тянущие ощущения. Очень такие необычные. Кроме того, в Delta Trade, когда я еще работала в этой компании, женщины, они сворачивали эти пластыри, делали из них тампон и вставляли их как, да, как тампон. Вот, и это помогало при серьезных острых воспалительных процессах женской половой сферы. То есть у меня была знакомая, у которой была замершая беременность, ее там несколько раз делали чистки, в итоге ей лучше не становилось. И вот этими пластырями за 10 дней ей стало лучше. Она каждый день на ночь вставляла эти пластыри, не по назначению. И в итоге там с этим пластырем начала выходить куча всего. Пошло очищение организма, и через 10 дней у нее уже началось заживление. То есть многие случаи, когда не помогают официальные какие-то способы лечения, вот эти пластыри, они могут помочь. Также они хорошо помогают при фурункулах. То есть если где-то вот на лице пошли какие-то высыпания, можно раздербанить этот пластырь, достать содержимое, свернуть его в салфетку, приклеить небольшим кусочком пластыря, и оставить на ночь. И за ночь это все вытягивает, воспаление уходит, уходят вот эти вот серьезные высыпания. Палец вот на ноге я вообще делаю так. Я купила вот такой медицинский скотч. То есть я палец с двух сторон прикладываю два вот этих пластыря и сверху забинтовываю. И сейчас у меня еще осталась проблема с пальцем, то что он отекает. То есть если я долго, у меня нога находится внизу, если я долго хожу, у меня начинает отекать сломанный палец, потому что там до конца еще все не зажило, не срослось. И вот с этими пластырями я могу целый день быть на ногах, и при этом у меня не отекает палец. То есть все, что должно отечь, весь отек, он выходит жидкостью в эти пластыри. Просто, правда, приходится там через 3-4 часа их менять. Я ездила на выставку косметики в Бангкок. И я с собой взяла набор этих пластырей, через каждые 3 часа полностью мокрая, впитавшаяся в себя всю эту гадость в пластырь, я просто снимала, промывала в туалете влажными салфетками и клеила новые. И так, в принципе, я практически 8 часов я смогла проходить на ногах с пальцем, который у меня больше месяца назад, чуть больше месяца назад был сломан. Но недавно на выставке начали появляться пластыри Lana Food Patch. Эти пластыри, их делают на севере Таиланда. Их делают по китайской традиции. И что самое важное для меня, то что эти пластыри, они содержат уксус из угля бамбука. И их запах как раз таки похож на запах тех, которые я знала много лет назад и которые творили чудеса. Вот для меня эти пластыри — это вообще неотъемлемая часть аптечки. И что мне радует, что у тайцев очень приятные цены на эти пластыри. Если вы никогда не слышали о этих пластырях, то у вас есть очень хороший повод их попробовать. А после того, как вы их попробуете, вы поймете, что эта вещь нужна в каждой аптечке.